Возьмите хорошего качества. Это я смотрю на сроки. Вот бабушка. Нет, бабушка пришла, купить внуку детское питание, которое закончилось 4 июня. Поверьте, мне все сегодня 14 сроки. Ноября. Я тоже как покупатель смотрю сроки. Да не все смотрят сроки. Сроки. Можем встать возле любой полки с детским питанием и посмотреть, как бабушки выбирают. Они берут первое попавшееся. А вы, как продавцы, этим пользуетесь и знаете, что по ротации подходящее к сроку нужно выставлять вперед, а свежее нужно убирать назад. У сотрудников нет целенаправленности такой, чтобы продавать, ротации, реализовывать просроченный товар. Ну вот совершенно нету такого. Там сквозь рукава, что за просрок вам ничего не будет. Все спокойно. Просто не общайтесь с блогерами, отключайте кассу самообслуживания. Пускайте поломоечные машины, когда блогеры в зале. Не слышали такое? А что? Ну, чтобы... Следим за чистотой. Чтобы, чтобы зрителям было неприятно слушать и испортить чуть-чуть контент. А иногда еще бывали, что включали музыку.